Добрый день, меня зовут Илья Иконников. Мы с вами находимся в Липецком районе Липецкой области на посеве гибрида кукурузы Seed-Elios Power 210. Этот гибрид мы по праву можем назвать бойцом. Он подходит для различных условий возделывания, для различных типов земледелия. Его можно смело выращивать и на вспашке, и на глубокое рыхление, на минимальной, и на нулевой технологиях. Погодные условия в 2020 году складывались сложно. Весной мы с вами столкнулись с заморозками, обильными осадками. Все это негативно влияло на развитие кукурузы на ранних этапах. Затем погода резко изменилась. В июне, в июле мы с вами столкнулись с сильной жарой до 42 градусов. И несмотря на все эти перепады погоды, гибрид Seed-Elios на данном поле сформировал высокий потенциал урожайности. Все початки хорошо опылены, располагаются на одном уровне, будет удобно производить уборку данного гибрида. На этом поле мы насчитали в среднем 16-18 рядов початки и 35-36 зерен в ряду. Обращаю ваше внимание на то, что тип зерна у данного гибрида промежуточный, ближе к зубовидному. Сам початок полуоткрыт, соответственно, будет хорошая влагоотдача. Большим плюсом гибрида Seed-Elios является то, что он подходит для различных сроков посева, начиная от самых ранних и заканчивая поздними. Из года в год гибрид Seed-Elios завоевывает популярность среди сельхозпроизводителей своим стабильным высоким урожаем и адаптацией к различным условиям возделывания. Выбирая гибриды компании Syngenta, вы можете также рассчитывать на техническую поддержку наших специалистов.